А теперь все. Спасибо нашим игрокам, нашему тренерскому штабу. Я хочу сказать спасибо каждому болельщику. Я знаю, таких были миллионы, да, не побоюсь этого, сотни миллионов, не только в России, которые болели за нашу сборную. Спасибо этому чемпионату мира, который проходит на самом высоком уровне. К сожалению, дальше он будет идти без нас. Сборная России подарила нам мою. Подарила таким дарением, которым никто не ждал. Давайте говорить честно, мы не ждали, что вы так можете. Но вы так можете. Значит, у нашего футбола есть будущее. Значит, есть будущее.